Доброго времени суток, уважаемые господа майнеры, им сочувствующие, а также по настоятельной просьбе движения ФЭМЭН, мы нингиски. Приветствуем вас в нашей лаборатории и с удовольствием представляем вам установки по иммерсионному, однофазному, принудительному на этот раз охлаждению от компании B-Miner. Сразу предупреждаю, что никакого отношения к Билайну, а уж тем более к Билану, мы не имеем. Би от слова английского пчела. Отсюда дальше. Hive 36 – это установка. Blue – мид, Blue – медовуха. Ну, вот такой некий логический ряд. За глаза меня теперь называют пасечником. Ну, что делать? Итак, установка на 36 устройств любых антмайнеров. Инносиликон, D3, L3+, S9. Никакой разницы. Еще раз объясню, что такое иммерсионное охлаждение. Иммерсионное означает погружение. То есть у нас наше устройство погружено целиком в теплоноситель. Этот теплоноситель забирает тепло с асиков, посредством насоса передает в теплообменник, и с теплообменника водопроводная вода это тепло забирает. И дальше уже на ваше усмотрение. Либо вы обратно врезаетесь в ту же трубу и просто подогреваете воду соседям, либо вы греете теплый пол, либо вы тупо ее куда-то сбрасываете. Но это ваш выбор и ваше решение. Их может быть много. Это может быть просто речка, пруд, озеро, все что угодно. Значит, в настоящее время спроектирована установка под B8, сейчас очень популярная и востребованная на рынке. Это 9 майнеров B8 в одной установке. И более бюджетный вариант – это асики типа антмайнера на 6 и 12 штук. Также есть наработки по ГПУ. Но по ГПУ пока все не так хорошо, потому что сами по себе фермы жидкостные, они достаточно крупногабаритные. И поэтому экономика немножко хуже, чем в случае с асиками. Особо хочется остановиться по поводу хешрейта. Да, хешрейт мы повышаем. Повышаем разными способами. И через прошивки, и вторгаемся в железо. Получается разгонять от 10-15 до 35-40%. Этот разгон асики держат в иммерсионной жидкости по той простой причине, что они просто не перегреваются. На самом деле все те же достижения вы можете сделать на воздухе. Вопрос только, будет ли у вас держаться этот разгон в связи с перегревом или не будет. Ведь проектируя устройство, китайцы находят вот этот баланс между температурой, надежностью, хешрейтом и ценой. Вот в иммерсионной жидкости мы немножко этот потолок поднимаем. Из часто задаваемых вопросов. Еще раз по поводу блюмида. Блюмид – это наш теплоноситель. Назван так просто потому, что он голубого цвета. Ну и потому, что его можно пить. Особенно хорошо снимает похмелье. Значит, что еще раз, об этом уже говорилось в предыдущих видео. Значит, это жидкость. В огне не горит, в воде не тонет, не замерзает, не кипит. Ну, при разумных температурах, я имею в виду, не замерзает при минус 50, не кипит при плюс 200, например. Абсолютно инертна. Она ничто не разъедает, ничего не окисляет. Никоим образом асики не страдают. Если вы их потом оттуда достали, подождали, пока стечет блюмид, потом опустили в спирт, чуть-чуть сболтнули, дали спирту высохнуть, можете сдать в магазин по гарантии, никто никогда вам ничего не скажет и не заметит. Этикетки не отклеиваются.
Потому что, еще раз говорю, эта жидкость абсолютно инертна, она не разъедает никакой клей, она не вступает в реакцию ни с чем. Вот такие уникальные особенности этой жидкости. Ну, для того, чтобы продемонстрировать ее негорючесть, я это уже показывал еще раз. По просьбе телезрителей, что называется. Пары и так далее, она не испаряется. Жидкость не испаряется. Можно сказать, что она вечная. Ну, вечного ничего не бывает, но тем не менее. Фигурально это так. Для здоровья абсолютно безвредно. В составе не содержится опасных компонентов для здоровья человека. Никаких совершенно. Также из часто задаваемых вопросов расход воды. Расход воды примерно 1 кубический метр в час на 25 киловатт-часов. Вот эта установка потребляет примерно 50 киловатт в час и, соответственно, 2 кубических метра воды в час. Для подключения достаточно трубы 3/4 дюйма. Ну, здесь у меня 1 дюйм стоит. Можно было обойтись, в принципе, и даже полдюйма бы хватило при хорошем давлении в сети. По электричеству. Установка подключается к трехфазной сети. Кабель 4 жилы по 25 квадратов по меди. По алюминию в 1,7 раза, по-моему, больше. Значит, внутри щитка у нас стоит устройство защитного отключения, контакторы, автомат управления, силовые автоматы, подсветка, насос, дополнительные розетки для подключения компьютера, еще чего-то. И это тоже силовые автоматы. На каждые два асика у нас стоит один автомат. У каждого асика своя розетка. Все не поместились, пришлось сделать даже еще и снизу один ряд. Ну вот пока и все. Спасибо за внимание. Ждите наших релизов. Они очень скоро последуют. Сегодня у нас 4 месяца, ровно 4. Если вы посмотрите первое видео, там я как раз называл дату 10 августа, сегодня 10 декабря. Всех с наступающим Новым годом. До встречи в эфире. Адиос, амигос.